Здорово, народ! И сегодня у нас немножко уже всеми забытый такой тяжелый танк М103, который очень давно уже в нашей игре, и он показал неожиданно очень интересные чудеса в рандоме. Поэтому все внимание на экран, давайте вместе посмотрим, что здесь М103 такого натворил, что попал в наше видео. Тем более, посмотрите, какое сражение, народ, ёлы-палы. 10-е уровни тут с нами, считай, внизу списочка, потому что нахрен здесь по пол команды десяток. Да, вы скажете, ну есть и поблажки, здесь нету арты, к тому же пацанчик на голде играет, чисто кумулечки себе подзарядил, думает такой крутой, ну да, это так. Но, с другой стороны, скажите, народ, когда вы вообще видели крутой бой на М103? Потому что я вообще не помню, когда даже комментировал сражение на этом танке. Настолько редко на нем можно увидеть что-то интересное. Ну, потому что он не очень популярен. Не так часто на нем появляются крутые сражения. Поэтому давайте посмотрим, все-таки такой старичок нашей игры, я думаю, про него стоит тоже вспомнить. В общем, приезжаем на фланг, занимаем тут с тяжиками позицию за углом, ныкаемся тут и начинаем уже продамаживать тут желающих получить первых люлей, да? Он уже повыкатывались, посмотри, 279, супер конь, какие красавчики. Ща мы им проясним же за жизнь. Так, 279-го, конечно, даже в шишечку будет тяжело. На самом деле, тут у М103-го в топе пушка фактически такая же, как у Т110Е5. А у Е5-го, мы знаем, пушка красивая. Тут вообще, посмотрите, любитель М103 у нас, настоящий профессионал этого танка, с тремя отметочками считает. То есть он реально на М103 так хорошенечко поигрывает. Ладно, смотрим дальше. Выцеливаем 279 еще раз. В шишечку пробуем пробить. Так, а ну-ка. Давай еще разочек. Так, ну пока не залетает у нас особенно. По 279, конечно, все-таки тоже имба. Ну и давайте потихонечку дальше продавливать. Не, посмотри тут. Нахрен имбы какие собрались на фланге. И что творит М103? Просто врывается в них, вообще ничего не боится. В наглую залетаем. Ля, что делает М103? Обалдеть. Просто посмотри, он всю команду, так сказать, мотивировал давить. В итоге Т110Е3 тоже занимает тут передовую позицию. Ля ты, зараза, 279, он объехал Е3-го и чисто нас выцелил. Ты смотри, охреневший чувак. Чё творишь, дружище, расскажи, пожалуйста. Еще раз выкатывает, ты посмотри, броня не побрита. Да ёперас это, ладно, будем пробовать еще раз выезжать. Выцеливаем крышу башни. Супер коня, ну вот 279 наконец-то насосировал тут. Но пока что по домашке вообще не густо. Мы тут наполучали трендюлей, 279 нас нормально так на место поставил. Уже около половины хпшечек осталось, да? И посмотри, сейчас супер конь вообще ухудшает нашу жизнь. Вот посмотри, реально видно, как не уважают. Вот просто вообще не уважают. Ни во что не ставят М103-го другие игроки, да, вот из всех союзников, которые тут на фланге бодаются, фактически стараются они выцелить именно нашего М103. Именно его, и посмотри, 60 ТП тоже нас целит. Да ёпарас это, попробуй тут какой-то дамаг нахрен вообще нанеси. С такими противниками, с таким фокусом жестким. Так, пробуем еще раз. Дали домашечку по суперконю. Ты куда собрался? Алло, ля-ля-ля. Суперконь решил убежать, но не получилось так. Пробуем по 60, по 50 ТП отработать, ё-моё. Это 50 ТП, младший брат 60 ТПшника, да? Ну, пока что такое. 1900 урона. Можно сказать, свои хп, по крайней мере, мы уже почти отбили, там 1945, сейчас еще одну тычку дадим и, считай, хпшечку отбили. Но это, конечно, не то, чего мы с вами ждем.
так. Ну, тут вообще пробить было без шансов. Я не понимаю даже, зачем было кумысик тратить на такой, можно сказать, безнадежный шотик. Ну, сейчас еще разочек. Вот здесь уже нормально в шишечку залетает. Так, ты посмотри. Т-110Е3, наш союзный, подохренел. Пошел в клинч фигачить. Так, ну, здесь мы, по крайней мере, разобрались. Там дальше стоит Фошек 155-й. Как бы на него не нарваться, а посмотри, что делает Фошек. Он там бочиной фигарит. Можно по картонной бочиночке ему любови задать. Любви, так сказать. Всю нашу любовь показать, ё-моё. Как сформулировать эту фразу. Ладно. 6-7. Один фраг наша команда проигрывает. Но пока еще более-менее. Если там еще он... Кранвагиныч наш против ВЗ-55 управится, то вообще будет отлично. Ну, посмотрим. Е3 пошел в раж. Дальше. Е3 реально почувствовал себя штурмовой ПТ. Ты посмотри, как фигачит. Так, а вот и Фошек там какую-то позицию себе организовал на вершине, да? А ну-ка. Сейчас попробуем выцепить. Так, народ, пока у меня есть время, напомню вам, что спонсоры этого видоса — парни с классного сайта WhatHub, где вы можете очень неплохо поднять голдишки. Советую вам вот этот шикарный контейнер в запасе на сайте WhatHub, который я лично сам открывал, и вот недавно он стоит 69 рублей, я из него за эту сумму выбивал себе 7000 голды. Было очень приятно, вот сами видите, как выпало, я вообще был удивлен. Ну и к тому же там реально этот контейнер чем крут. Каждый раз его открывая, вы гарантированно получаете приз в голде. То есть там и 25, и 15, и 10 тысяч голды может выпасть. Поэтому советую, ссылочка на WhatHub в описании под видео, также в закрепленном комментарии есть. Ну и к тому же каждый из вас прямо сейчас может получить гарантированный подарок-бонус на сайте WhatHub. Для этого по ссылке в описании переходите под этим роликом. Вверху сайта WhatHub находите вот эту кнопочку «Промокод». Нажимаете ее, и там будет у вас окошечко, куда надо ввести вот этот наш охренительный промокод. После того, как его введете, надо пополнить баланс на сумму от 100 рублей. И гарантированный подарок-бонус вы получите, если это сделаете. Ну, в общем, решайте сами дальше, открывать или нет. Но я лично вот контейнер в запасе открывал, и там действительно голдишки неплохо можно поднять. Вся информация, ссылочка и промокод, все в описании, также в закрепленном комментарии, а мы смотрим дальше. 9-11 уже счет, М103 тут Фошика немного пошугал, и уже 3300 дамага, вот это уже более-менее, конечно, для 9 уровня, который в бою против десяток, считай, играет, то есть условия априори у нас тяжелые. Он еврик 90 слева заходит. Можно там Шкоду вдалеке попытаться также выцелить, если она подставится. Шкода подставляется, второй фраг. Ты посмотри нахрен, ну куда этот снаряд исчез? На пути просто растворился, алё. Нормально вообще. Кинули вроде в силуэт, и никакого результата. Интересно, девки пляшут. Ладно, еще раз будем пробовать. Опа, 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 гриль 15 прибыл сразу же. Сразу же на фугасики переключается М103. Выкатываем. Залетает на 472, но это далеко не предел, что мы можем по крылю выдать. Ну давай, второй фраг, наконец-то уже. Оформляем. Посмотри у нас какие союзники боевые. 268 тоже летит ваншотно, ему пофиг на все. Он чисто тоже залетает. Ну и там... Т110Е3 пока держится. Попробуем прикрыть, потому что у нас уже в заднице гебрид 90 нарисовался. Ты посмотри, что творит, а? Хамлюга какая, на 204 нам по жопе прописал, а? Ишь ты. А ну иди сюда, дружище, а ну иди сюда, мы сейчас тебе надраем каточки твои. Так, а кто тут у нас? Е3-го шугает, надо прикрыть. Ебрид 90 вроде куда-то уехал.
А мы можем тут помочь Т-110Е3 выцелить вот этого товарища на ВК. Ну и все. Союзников больше нет. У нас почти 5000 урона. И к тому же 1 против 5 остается наш игрок на М103. Все девятки против нас. Интересно, 10-е уровни в этом бою как первыми в ангар отлетели. Ну и надо чекать жопу, потому что там он уже Ебр-90 готов залететь на самом деле в любую секунду. Куда он уехал, хрен его знает. Поэтому тут... Ой, нихрена себе, Ебр выкатывается! И сразу с вертухи в лобешник просто пробивает ББшиной. Ничего себе, М103, алё. Где твоя броня, расскажи, пожалуйста, и летит. А ну пошел сюда к бате. До свидули, дружище. Упакован. Так, ну хотя бы вот эту занозу в заднице добрали, потому что все мы знаем, что колесники это очень неприятная тема, может много проблем доставить. Опача, Шкода, и какая вертуха просто с разворота реально. Батину вертуху с ноги по хлебалу залепили. Нормалечек. Так, кто следующий? Кумулечки уже заряжены. Уже тут, конечно, не до шуток. Фугасы, ББшки уже уходят на второй план. Ну, фугасов уже нету. Мы их на гриля потратили. Но еще есть одна ББшка. Но это уже, если, конечно, только тут впритык будет по снарядам. И придется на ББ переходить, наверное, только тогда. Так, ну вот, 50 ТП, выцеливаем. Броня не побрита, ты посмотри, 60 ТП. Какую, ой, 50 ТП, ё-моё. Какую щетину отрастил, что мы ее сбрить не можем. Так, ну зато добираем ВК, и тут же надо на КД. Благо орудие Т-110Е5, вот это очень быстро КДшится. И опять танкуем, и добираем 50 ТПшника. Очень даже красиво. Так, остается ЦЦМК-2, который, я не знаю где, приехал ли он тут со своими союзниками сюда нас штурмовать, или где-то вообще у себя возле базы сидит, это пока что остается вопросом. А вот он. А вот МК-2. Так, ну, две тычки придется давать, одной не обойдемся. Выцеливаем НЛД, опять-таки танкуем, ты посмотри, что забытый всеми М103 творит. Реально, магия ваншотного танка включилась по полной. Танкуем все, что можно, и выкатывает, он ошибается. И это победа. Вот такой шикарный боецкий, народ, к итогам. Так, ну а тут у нас, народ, Войнос, основной калибр, стальная стена, Колобанов мастер. Вверху справа прошлый видос, залетайте, смотрите в описание, загляните, там охренительный промокод для сайта WhatHub. Советую прямо сейчас его использовать. Ну а мы с вами, народ, увидимся в новых роликах, которые очень скоро будут на канале. Пока, народ.